Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать вам о подушке с наполнителем из гречневой луски. Но это не подушка, это сиденье. Вот оно выглядит таким образом. Было оно упаковано вот в такую полиэтиленовую пленку. Размер этого сиденья 40 на 40. Вес его достаточно, оно такое тяжеленькое, 900 грамм. И что же предлагает нам компания Faberlic, а вместе с ним и производитель этого замечательного товара, который относится к линии текстиля, и мы можем найти его в каталоге, в серии «Продукты и товары для здоровья». Так вот, производитель, специальный текстиль в Ивановской области, городе Шуе, производится этот замечательный продукт. И когда-то это сиденье было немножечко другое. То есть, что с одной стороны покрывная ткань, что с другой стороны были одинаковые. Сейчас качество вот этого верхнего слоя совершенно изменилось. Вы можете увидеть здесь такие бугорочки небольшие, которые имеют массажный эффект, которые будут очень благоприятно воздействовать на все ваши многочисленные точки, которые находятся на заднем месте. Значит, для чего нужно использовать это сиденье и кому его нужно использовать в первую очередь? Пока поставлю его сюда рядом с подушкой. Значит, что пишут на вот этой этикетке? Во-первых, это улучшенное полимерное покрытие для усиления эффекта микромассажа. Это очень важно и ценно. И при этом, кроме эффекта микромассажа, есть еще и ортопедический эффект, и эффект тонизирования. Изделие это гигиенично, оно воздухопроницаемо, износоустойчиво, и вот этот вот верхний слой как раз этому способствует, и нижний такой усиленная ткань будет достаточно долго выдерживать, несколько лет будет выдерживать бесконечные наши перемещения, ерзания на этой подушке и так далее. Она служит для профилактики целлюлита, она предотвращает заболевания заболевания половой сферы и обладает минимальным скольжением. И неправильное положение органов малого таза при длительном сидении способствует развитию многих заболеваний, в том числе молочницы у женщин, простатита у мужчин, геморроя. Для всех это характерно, в том же числе страшных заболеваний, которым сейчас подвержены люди, это бесплодие, различные формы и мужского, и женского, и импотенции. Используя эту подушку, производитель говорит, что всевозможные вот эти меры профилактики с помощью ее можно получить, в том числе даже получая их от микромассажа, который так или иначе вы просто не избежите его. Ортопедическое сидение способно предотвратить все эти многочисленные проблемы, так как подушка заполнена так же, как и подушка для сна «Здоровый сон», она заполнена пирамидками из гречневой лузги. Ну и чтобы убедиться в этом, здесь на подушке точно так же есть замочек-молния. Правда, здесь набито гораздо сильнее, что ли, чем подушки «Здоровый сон». И вот сразу мы можем видеть, что гречневый дождик сейчас пойдет, или снегопад гречневый, что вот точно такой же наполнитель лузги здесь присутствует. Так вот, ортопедическое сидение незаменимо для водителей, для учащихся и офисных работников, тем, кому приходится находиться в креслах, на стульях, в каких-то позах более 3-4 часов в день. И именно они имеют проблемы в области малого таза, так как недостаточно
может быть, вентиляции, недостаточно подвижности в этих местах испытывают люди. И улучшенное вот это полимерное покрытие на одной стороне для сидения усиливает эффект микромассажа, уменьшает скольжение. Уход за этой подушкой, в общем-то, точно такой же, как и за подушкой из вот этой серии «Здоровый сон». Точно так же можно ее и постирать, освободив от наполнителя. Но, правда, сделать это будет гораздо-гораздо сложнее. Поэтому лучше постараться как можно дольше сохранять ее в чистоте, не подвергать каким-то воздействиям физическим, излишней влаги сюда не допускать, не проливать ничего на подушку. Да, ее можно посушить, ее можно когда-то со временем постирать, но, согласитесь, вот из этого стеганого такого вот состояния извлечь весь сыпучий наполнитель будет весьма и весьма сложно. Поэтому, может быть, какой-то тоненький чехол возможно надеть на нее, только чтобы вот этот вот эффект все-таки оставался. Но так как сидеть приходится много, а я еще и люблю вышивать, и это дело требует особенной усидчивости и такой статичности, то вот это сидение мне сейчас очень здорово помогает. А кроме этого, я просто-напросто заказала еще и вторую подушку, вот это сидение, потому что в автомобиле, где у меня лежит подушка синтепоновая, которая вот именно что ерзает, не всегда удобно, она без конца скатывается с кресла, куда-то перемещается, безусловно, будет лежать вот именно такая. И я бы хотела, чтобы хорошим таким вот продуктом воспользовались и вы, и получили от этого и пользу, и удовольствие, и насладились вот этим товаром. И код его 11303. Желаю вам приятно проведенных на этом сидении минут и часов. Пусть только хорошие мысли посещают вас, когда вы будете в расслабленном ли или сосредоточенном состоянии находиться здесь. Ставьте отзывы, ставьте оценки, если они положительные, пишите комментарии, делайте замечания, если они у вас возникнут. Подписывайтесь на мой канал. Я жду следующих встреч с вами. Всего доброго. До свидания.